Итак, сегодня мы будем превращать обычную медную монетку в золотую. Для этого нам понадобится примерно 10 грамм сульфата цинка, потом сам цинк и медные монеты. В качестве медных монет я использую новые эстонские евроценты, хотя они не полностью из меди, а всего лишь покрытые, но думаю, что подойдет. Ставим на плиту стаканчик и наливаем туда растворенный в 50 мл воды сульфат цинка. Дальше кладем в стаканчик кусочки цинка, после этого кладем нашу медную монету, так чтобы она соприкасалась с цинком. Теперь включаем плиту и кипятим все это где-то 15 минут. В процессе кипячения можно видеть, что монета постепенно покрывается слоем цинка. Так что же происходит при данной реакции? Цинк начинает отдавать ионы, и раствор переполняется ионами цинка. Медь, как менее электроотрицательный металл, притягивает более электроотрицательные ионы цинка. И получается, что медная монета начинает покрываться тоненьким слоем цинка. Спустя 15 минут кипячения снимаем наш стаканчик с огня и вытаскиваем нашу монету. Я промыл монету в воде, чтобы она стала более чистая. Сравним теперь нашу оцинкованную монету и обычную медную монету. Как видно, заметная разница. Но теперь самый главный трюк. Сделаем из этой серебряной монеты золотую. Я включил плиту на максимум и положил на раскаленную конфорку нашу монету. И вот, серебряная монета превратилась в золотую. Это произошло потому, что слой цинка как бы впитался в медь, образовав такой красивый золотой слой. Сравним теперь до и после. Медная монета и наша такая якобы золотая. Выглядит очень красиво.